Пишите. Мистер Тан, босс. Я обещал больше без фокусов, но надеялся, этот последний провернуть сумею. Мир стал другим. Прежнего уже не вернуть. И если найдете эту запись, примите это спокойно. Ведь конец — это часть пути. К слову сказать, дриховать в свободном поиске казалось не так весело, как я ожидал. Еда и вода закончились 4 часа назад. Зарядки — минут на 10. И знаешь... Что? Камера. А я думала, сова. Сова? Ну, не суть. Вот мне это надо фотографировать, вот там лужу и в проворот отправить. Вон там. Ну, все ли вам равно? Ты понимаешь, или нет, Олу, молодой. Да ладно вам? Ты не ладно у тебя. Что? У тебя с головой что-то не в порядке. Что это у вас? Чего? Ничего. Чего? Бабушка, я вас не трогал. Ну, и пусть не. Забери меня, я в Центральном парке. Вау, ты только посмотри! Такая огромная и просторная! Ненадолго. Совсем скоро к нам присоединятся и другие художники. Тюрьмой стол у окна. Ты все еще это хранишь? Ты что? Это же подарок от Рун Ван Дома. Самый первый. Я открою. Что это на тебе? Пельмень? Кто-нибудь что-нибудь заказывал? Это наш первый ученик и будущий сотрудник Моспака. Видите его, как сделал. Настоящее? Имя? Зря. Даже у начинающего художника должен быть псевдоним. Не придумаешь сам, но зовут другие. Хотя в твоем случае. Мне кажется, ты утрируешь. Я вот тоже своим настоящим именем подписываюсь. А как тебя в школе звали? В старших классах у меня был классный ник – Freedom. Ну, друзья звали Долбачком. Как будто имя там больше ни с чем не рифмуется. Не переживай, Рун Ван Дом все равно будет звать тебя Тони. Да ну! Получается, Амана Маней зовут? Как же они тогда босса кличут? Так и зовут. Ведь имя художника не просто звук. С ним ассоциируются его работы, а потому важно, чтобы оно было коротким и запоминающимся, приятным на слух. Да, вот, бери пример с меня. Кратко и со смыслом. Я не рассказывал, но раньше, в молодости, катал на скейте и читал рэп. Йо-йо, типа. В моем имени X. Значит, я стар, мои бургеры круче, чем у Black Star. Я очки не ношу, и я не вода. А этот иероглиф, значит, не ношу. Твой рэп вообще отстой. Гитара рулит. Достаточно выйти с ней во двор, и все девчонки твои отвечают. Что придумал? Ну? Ну, раз так, садись. Мы будем рисовать. Но прежде надо музу позвать. Искусство — это взрыв. Добро пожаловать в чудесный мир. 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 Этот чудесный мир зовется творчеством. И каждый метод тут наполнен волшебством. И хоть ты сможешь тут воплотить свои идеи. Чего ты ждешь, дружок? Начинай скорее, главное — верить, что все получится. И тебя озарят вдохновение лучики. Главное — не переставай мечтать, ведь это так просто взять и творить начать. Ты в жизнь свою гости немножко волшебства. Поздравляю, у тебя получился кусок творчества. Ой, что-то пошло не так, ох! И музыка плачет, плок-плок! Получился кусок вопреки мечтанию. Добро пожаловать в мир разочарования! Добро пожаловать в кошмарный мир. Из антилопы пьют кефир. Из жирафа шеи нет. Здесь биполярка встречает рассвет. Кто сказал, что творчество — это легко? Ну, слушайте, кто не достиг ничего. Пойми, творчества в мире нет. Любой талант начинается с бед. Добро пожаловать в реальный мир. Из книги читаны до дыр. Здесь ремнина, а вдруг нет. Здесь позабудешь про обед. Здесь никогда не будет легко. Город-путь в мастерство.
Так просто начать рисовать, куда сложнее проект сделать. Импостарь. О, какое же оно! Наверное, вам не суждено. Вам не талант, нет. А вот это друг мой, Глеб. Здесь ни у кого второго. Глаза нет, здесь челкой завершал портрет. Вы мне тут еще научите. Магия! Волшебный мир! Вау! Фантастик, бэби! Знаешь, чтобы добиться успеха, мало просто хорошо рисовать. Нужно развиваться, общаться с подписчиками. Точно! Давай зарегистрируем тебя в Инстаграм. Получишь моментальный фидбэк. Не-не-не, подписчики — это хорошо. Но и о себе заботиться не забывай. Помни, не открывай комменты, не совершай ошибку. Я не шучу. Вот, на мой твиттер посмотри. Ой, совсем забыл. Меня все любят. А кто-то пишет, что отстой. Кажется, кто-то догадался, что тебе не 19 лет, как написано в анкете. Спокойно, выдохни, вспомни. Я старше тебя. Полегчало? Я не такой ранимый, как вы думаете. Мне все еще 20. И мои награды все еще впереди. Раньше здесь был магик. И не возвращайся больше! Знаю, эта вещь была важна для тебя. Но неужели так сильно тебя задело? Нет, просто это я написал этот коммент. Зачем? Не знаю. Может быть, потому что он расслабился. Может, потому что молодежь на пятки наступает. Может быть, потому что у меня волос на голове с каждым годом становится все меньше. Ах, вам все равно не понять. Мое лицо, когда кто-то жалуется на возраст. Это Олд. Видео прислал. А давай на большой экран. Добро пожаловать в мир Ютуб. Злые силы воспрянуты с нами. Теперь начнется война за права. На страже флаги отдамал. 10 секунд, так все же дано. Верю в мир, верю в судьбу. Врагам не сдамся, продолжу борьбу. Покойся с миром, друг. Здесь я не могу. Вы не представляете, что я пережил. Там была бабка, и это лужа. А чего это вы? Грустно такие? Тань, а Тань, все еще злишься из-за подарка? В моем имени нет мягкого знака. Run. У этой истории не будет конца. Такова наша жизнь. И она продолжается. Yeah.